ויחד עם זקני קהילה החלטנו שאנחנו רוצים לתת פירוש על חלק, על משהו כמו 18 פסוקים מאגרת אל הקולוסים. И мы вместе со старейшинами общины решили, что в этот раз мы хотим дать толкование небольшой части послания колоссянам. זה פרק אחד מפסוק 9 עד 23. Это первая глава с 1 по 9 стих. С 9 по 23. С 9 по 23 стих. Колоссянам. Эгерет ла колоссим, перек решен, ме пасук 9 ад 23. Колоссянам, первая глава, с 9 по 23 стих. ואני לא הולך עכשיו לפרש את כל הפסוקים האלו. И сейчас я не буду давать толкование на все эти стихи. במשך שבועות הבאות כל אחד מהזקני קהילה ייתן חלק. Но на протяжении нескольких недель каждый из старейшин общины даст частичное толкование. הפסוקים האלה מאוד סופר משיחיים. Эти места писания очень мессианские. И там есть очень сильные места, которые описывают сущность Мессии Иешуа. И мы хотим углубиться в это место Писания, поэтому мы выбрали даже не все послание к Колоссянам, а только эти определенные стихи. Но я уже понял, что не просто так выбирают какое-то место. Потому что когда мы принимаем решение изучать какое-то место из Святых Писаний, и если мы с точностью смотрим на то время, в которое мы живем, то состояние, например, которое сейчас проходит наш Израиль, באורדר של פרשות שבוע אנחנו לומדים וקוראים ושמים את זה ביחד פתאום אנחנו רואים מסר מאוד נבואי עבורנו. Когда мы относимся к порядку, в котором читаются недельные главы, и когда нам приходит откровение на определенное место Писания, то мы видим, что есть от Бога послание пророческое на то время, в которое мы живем. אז אני עכשיו רוצה לתת כזה קומנט, כזה התחלה, לא יודע, איזשהו אמירה על מה שזמן שאנחנו חיים. И то, что я сейчас хочу сделать, я хочу прокомментировать, дать свое мнение на то, что сейчас мы проходим. מה כמדינה שלנו אנחנו עוברים? מישהו זוכר? מישהו יודע? Кто-то знает вообще, что сейчас проходит наша страна? מישהו מסתכל חדשות, какой период? מה שקורה בארץ? Кто-то новости смотрит? Мы живем... איזה בלגן, а? Мы сейчас страна без правительства. Мы выбрали правительство, но они так не смогли его сформировать. И эти вещи не происходят просто так. Если Бог дает шанс, и если люди не могут воспользоваться этим шансом, Он дает другой шанс. И сейчас мы переживаем именно такой период в нашей жизни. И есть сейчас два таких героя политических во всей этой драме, которая происходит. Кто? Биби и Авигдор, נכון? Их зовут Биби и Авигдор. И Биби זה שם של בנימין נתניהו, ושם שלו מתרגמים בן ימין. Бен Ямини, килу машу хазах мешамаем. И его имя переводится Беньямин, то есть сын правды, что-то очень... нет, не сын правды. Бен Ямини, сын справа. Моя правая рука. Сын моя правая рука. В Танахе есть кезе битуй барусит десница. Помните? Десница моя, правая рука. Как дамы с правой руки. Аз, Лёмишене, аз, Авигдор зе Ави Гедеро Элухим Угадер Мисавиви. А Авигдор переводится как Бог мой, моя ограда. Ве Эмшнаем, Б
בתוך המהלכה הזאת. Эти двое сейчас находятся в такой... שני חזקים מאוד. Заварушки. Эти два очень сильных человека. אבל איזה בסיס הם רבו? מישהו יודע? Но вы знаете, по поводу чего они поссорились? גיוס של הדתיים, האחים שלנו הדתיים לא רוצים, רוצים להתגייס, לא רוצים להתגייס. אז כל הקשה גם קשורה לספר הזה. И из-за чего они поссорились? Из-за того, что религиозные партии не согласны принимать закон о призыве в армию ортодоксов. И... Сейчас мы живем в это время. И именно сейчас недельная глава — это Бамидбар. И начинается она с того, что нужно перечислить мужчин израильских, которые должны призваться в армию. И там написано, кто должен идти в армию, начиная с 20 лет. И теперь скажите ей, что так произошло случайно. И если мы открываем книгу чисел, אז אנחנו פתאום קוראים שמות של ראשי בני ישראל. Мы видим 12 глав колен. ווולד היום קרא בצורה מעולה את הפסוקים האלה. И Влад очень красиво сегодня прочитал эти места писания. ואיזה שמות שם מופיעים. И какие там имена мы читаем. לא פחות חזקים מבנימין ואביגדור. תשמעו שם ותרגום של השמות. Эти имена такие же сильные, как Бениамин и Авигдор. Послушайте перевод этих имен. Элицур. מה זה Элицур? Что значит Элицур? Элохим уцур ישועתי. Бог скала моего спасения. או שם אחר. שלומיאל. שאלו מי הוא אל, זה כמו גבריאל או מיכאל, משהו כזה. שלומיאל, את הספז. איך לתרגם את המילה? מה? או שאלו מי הוא אל, לא? אוקיי, השלום שלי, לא משנה. נחשון. אתם יודעים מה זה נחשון? Знаете, что такое נחשון? נחשון זה כמו נחש קטן. Это как маленький змеёныш. אבל כאילו זה כמו הדבר הרע בתוכנו שהתגברנו. אני לא יודעת. תמשיכי. אני פתחתי מילון עברי אתמול. Я открыл вчера ивритский словарь. איזה פרשנות את נותנת? ומה זה נחוש? זה שיש לו נחוש לעשות משהו כזה, מאומן. אוקיי, הנה, זה קהילה משיחית, באים אופוזיציה, אבל עדיין שם... ותתה מסיאנסקה פשינה. לא, חבר'ה, אתה צודק? Ты прав, и ты права. Я тоже прав. Потому что Нахшон. Я посмотрел в ивритском словаре. И говорится о маленьком змеёныше. וזה בדיוק מה שחי בתוכנו. Это то, что живет внутри нас. ההתחלה הרעה הזאת. Вот это злое начало. והבחור הזה ניצח את זה. Но этот человек смог преодолеть это злое начало. ואתם יודעים מי זה הנחשון הזה? Вы знаете, кто этот? אנחנו יודעים מפרשנות יהודית. Мы знаем с еврейских толкований. שעם ישראל עמד מול ים הסוף. Что народ израильский стоял перед Красным морем. ומשה אמר. Тит парех, вы зелёвад, а макель лёвда. И Моше говорил Красному морю, разделись, но его посох не работал. ונחשון קפץ למים. А Нахшон прыгнул в воду. והתחיל ללכת. И он начал разделять её собой. מזמורים כתוב, באחד מהמזמורים. И в одном из псалмов написано. אז יהודה התקדש לפני אדוני. Тогда Иуда осветился перед Богом. כי קפץ למים ומים פחדו ממנו וברחו ממנו. Потому что он прыгнул в воду, и вода испугалась и убежала от него. Посмотрите, какие здесь есть имена. Натанель. Натанель.
Elohim natano to lano. Бог нам дал его. Eliav. Eliav. Elohim avi. Отец мой Бог. O Elishama. Или Elishama. Gamliel. אז למה אני קורא את הדברים האלה? Почему я все это вам перечисляю? אני חושב באופן נבואי. Я думаю, что пророческим образом. אנחנו חיים בזמן שאלוהים מדבר לעם ישראל. Мы живем в то время, когда Бог говорит народу Израиля. והוא רוצה להשפיע על עמנו. И он хочет повлиять на наш народ. והוא יכול בעצמו לעשות הכל. И он сам может сделать все. אבל. Но. У Бога есть также и принцип. Он использует своих людей. И когда он двигает своих людей, то они могут повлиять на Израиль. И очень часто в Святых Писаниях, когда Бог призывает кого-то и использует его, в основном люди отвечают так, кто я такой? Могу ли я это сделать? Я могу вам дать имя за несколько имен, начиная с нашего Рава Моше. Моше, хавири, лех, тишахрер отам. Бог сказал, Моше, друг мой, иди и выведи народ из Египта. А что он сказал ему в ответ? Я косноязычен, у меня... Я не могу красиво разговаривать. Вы знаете, что значит... Эфраим. Человек, который заигается. Ма, та батали та анали рав, еш битуй кезе, аль та се сихсухи ма рав, ну. Эфраим. Моше, Гидеон. И Гедеон тоже говорил, я не могу. Дайте мне пальто от Versace. Ну помнишь, там меховая шубка. Мех, таль, таль юре, таль юре. Посмотрим, если роса сойдет с... И все так были. И это наш рассказ. Это про нас. Потому что тому, кому Бог дал милость и откровение Мессии Иешуа, и призвал нас быть его служащими, и то слово, которое пришло к Ефраиму перед чтением Торы, это познание, но Бог дает нам возможность приходить к нему, но мы думаем, кто мы такие. Поднимите руки, которые думают, что вы действительно достойны делать Божью работу. Что Бог действительно призвал вас делать Его работу. Вы достойны это делать. Три человека. Очень хорошо. Три — это хорошо. Но в основном люди чувствуют себя таким образом. Кто я такой? Я часто чувствую, что я уставший, и что я растерян, и что я уже с ума схожу. Но вот в состоянии сегодняшнего дня, и мы читаем из Святых Писаний, и Бог хочет дать нам помазание, для того, чтобы мы то малое могли взять на себя, и могли только молиться и провозглашать, делать то, что Бог говорит нам. И повлиять на эти 90 дней перед еще ближайшими выборами. И сможем это сделать. Если мы только скажем, Господь Бог, я инструмент в Твоих руках.
Помните рассказ из книги Исаия? Аз умет шам вомер ани бен адам им сфатаем ло накиот, ани ло рауй. Он стоит и говорит: я человек с нечистыми устами, я недостоин. Авал кшеэлохим коре ми олех ми мухан. Но когда Бог говорит, кто пойдет для нас? Тогда в какой-то момент Исаия сказал: и пошли меня. Это для нас. Я очень люблю одно место из Святых Писаний. И скоро я открою послание Колоссянам. Я сейчас говорю вступление. В этот стих находится в книге Захарии в 12 главе. Захария, אתם יודעים מי זה היה זכריה? Вы знаете, кто был Захария, да? אחרי, אתם יודעים שם של הקהילה שלנו? Вы знаете имя, название нашей общины? אתם יודעים שיש תקופה בהיסטוריה היהודית שנקראת שיבת ציון? Вы знаете, что есть период в еврейской истории, который называется возвращение на Сион? מי זוכר מתי זה קרו את הדבר הזה? Когда был этот период времени? מתי זה היה? נכון. Во время, когда и Эзра и Неемия вернулись из вавилонского изгнания, Захария, Зарувавель, Эзра и Неемия, где-то 2.5 миллиона евреев жили в Вавилоне. И как мы пишем сейчас в Facebook, feeling good. Как на сейчас в Фейсбуке пишут, пост ставят и говорят, хорошо себя чувствую с этим. Так они хорошо там жили в Вавилоне, устроились прекрасно. Они там были, как в Нью-Йорке сейчас. А когда Бог сказал, вернитесь и возвратитесь на Сион, вы знаете, сколько человек согласились из 2.5 миллиона? 42 тысячи человек. Аз мелех, их корим ло, кир, кореш, ло кореш, кореш, окей, кореш. Царь Кир дал им деньги. Там было 42 тысячи человек, и каждый получил примерно 42 тысячи шекелей. Так они с этой корзиной абсорбции приехали в Израиль. А все здесь сплошные развалины. Вообще не похоже ни на Лондон, ни на Париж. И очень много приходилось работать. А никто не хотел работать сложно. И они очень переживали. Так через пророков Бог их ободрил. И они приняли на себя эту цель. И они подняли эту страну. И они заново отстроили храм. И это наше призвание после возвращения Сиона в наши дни. И мы так же, как они, приняли эту корзину абсорбции. И мы не знаем, с чего начать. Но если мы получаем пророческое слово, и мы стараемся исполнять это слово, тогда мы, да, можем исполнить желание нашего Бога. Захария, 12 глава, 4-5 стихи. ביום ההוא נאום אדוני, אכה כל סוס בתימהון ורוכבו בשיגעון, ועל בית יהודה אפקח את עיניי, וכל סוס העמים אכה בעיוורון. ואמרו אלופי יהודה בליבם, אמצא לי יושבי ירושלים באדוני צבאות אלוהיהם.
В тот день, говорит Господь, я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием, а на дом Иудин отверзу очи мои, всякого же коня у народов поражу слепотою, и скажут князья Иудины в сердцах своих, сила моя, жители Иерусалима, в Господе Саваофе, Боге их. Если вы посмотрите контекст этого рассказа, он очень апокалипсический. Он очень проблематичный. Очень много движений происходит там. Он страшный. И вдруг Захария говорит, что лидеры Иуды не будут говорить, но они будут думать в своих сердцах. Это когда ты что-то боишься сказать, но ты знаешь, что это истина. Понимаете такую ситуацию, да? Так они подумают в своих сердцах, что тот, кто действительно может мне помочь, это иудеи со своим Богом. Те среди народа Израиля, которые связаны с Богом. Если мы да верим, что через Мессию Иешуа у нас особенная связь с небесами, тогда вам нужно поверить, что среди лидеров в народе Израиля актуальным есть те люди, которые знают мессианское движение. Они боятся высказать, что на этих людей можно положиться. Потому что тогда и ортодоксы их заживо съедят. Но внутри они понимают, что они могут попросить у верующих молиться, и Бог ответит на такие молитвы. Я не тот человек, который связан с политиками. Но я знаю 3-4 мессианских еврея, которые такую же позицию занимают, как и я. И они, у них политики, друзья хорошие. Те, которые сидят в израильском парламенте. Те, которые сидят у власти. Не раз и не два. Звонили и говорили, попросите ваши общины помолиться за нас. В четверг мы... В четверг мы поехали на лидерскую конференцию в Иерусалим. Я встретил там одного человека, который сказал, что ему позвонили и действительно попросили молитвы. Об этом говорится в этом месте. И это место Писания подходит к нашей ситуации. Если мы очень тщательно изучаем Святые Писания, то написано очень ясно, то, что по численности народов Израиля я сделал границы для всех народов. Кто помнит этот стих? Тот, кто читает, знает. Вы знаете, какой смысл этого стиха? То, что происходит сейчас здесь, влияет на весь мир. Не то, что происходит в Соединенных Штатах, влияет на ситуацию здесь или в Иране. Но то, что происходит в Израиле, влияет на весь мир. И если ты про себя думаешь, что про тебя написано, что ты в этом толковании тот из иудеев или израильтян,
который познал Господа Саваофа. Тогда твоя духовная работа может влиять и на позитивное изменение здесь, в Израиле, и на до конца мира. И об этом написано также и в послании, в Евангелиях. Не просто так Иешуа сказал маленькой группе еврейских апостолов: идите и донесите Божьи планы до конца света. Вы со мной? И сейчас мы вернемся к посланию Колоссянам. Мы будем читать с первой главы, с 9 по 13 стих. משום כך גם אנו, מיום ששמענו את זאת, איננו חדלים להתפלל בעדכם ולבקש שתמלאו דעת רצונו, בלוויית כל חוכמה ותבונה רוחנית, למען תתהלכו כיאות לפני האדון, ככל חפצו, ולמען תניבו פרי בכל מעשה טוב ותגדלו בדעת אלוהים, ותתחזקו בכל כוח כפי עוצם כבודו, ותהיה לכם סבלנות ואורך רוח בכל, ובשמחה. תתנו תודה לאבינו שהכשיר אתכם להשתתף בנחלת הקדושים באור. הן האב הצילנו משלטון החושך והעבירנו אל מלכות בנו אהובו. אני קורא את הפסוקים האלה ברוסית. Прочитаем на русском. Посему мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просим, чтобы вы исполнились познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. То есть, они молятся за нас, чтобы мы наполнились духовной мудростью. Что значит духовная мудрость? Я сейчас несколько минут назад рассказал, что в Израиле, в мацаво шел арцейну, что в Израиле, от Израиля зависит состояние всего мира. То, что происходит на духовной карте здесь, имеет влияние на весь мир. Кто из вас это знал до того, как я рассказал? 13 человек где-то знали. Если он по 100 человек, 87 ламду хохма руханит акшав. И у нас здесь где-то 100 человек сидят, так 87 получили эту духовную мудрость сейчас. Зе бидьюк маше катув, анахну митпалилим, ше тикаблу хохма руханит. То, что здесь написано, мы молимся, чтобы вы получили духовную мудрость. Шаити барцот абрит. Когда я был в Америке, сипрули бдиха. Мне рассказали шутку. Руэ кигила. Один пастор Верошаир и мэр города пошли на охоту. И вдруг выпрыгнуло какое-то животное. И они в один момент выстрелили. Кадур нихнас ле озен. Шелахая выяца мяозена шини. И эта пуля пробила, взошла в одно ухо животного и вылетела из другого. И они вдвое подошли к нему, к животному. И тогда мэр города говорит: это ты выстрелил. А та погата, пастор, он говорит. Он говорит пастору: ты выстрелил. А та, ты попал. Лама? Почему? Я вам объясняю духовную мудрость. Но у меня есть такое ощущение, что у вас в одно ухо заходит, с другого тут же выходит. Послание Колоссянам. И даже сообщения на телефонах говорят нам: проснитесь. Катувкан.
Здесь написано, что если мы получаем духовное знание, то нам стоит им воспользоваться. И мы прочитали минуту назад. Шауль говорит, я слышал, что вы верующие. Так я молюсь, чтобы вы наполнились познанием Его воли. И в духовной мудрости. Запомните, если мы маленькие люди, а мы маленькие люди, мы не, у нас нет какие-то сверхпознания, у нас нет сверхбогатства, и у нас нет супервласти, и у нас нет каких-то высочайших позиций в Израиле. Но из-за того, что Господь признал нас через Мессию Иешуа и приблизил нас к себе, то у нас есть возможность от Него получать духовную мудрость и маленькими шагами, иногда молитва, иногда провозглашение, изменить этот мир. Исправить мир. Исправление мира. И Шауль здесь говорит, делайте все достойное Бога. То есть старайтесь не совершать грехи. И убегайте от всякого зла. Если у тебя есть искушение смотреть порнографию, убегай этого. Если ты постоянно завидуешь, или у тебя есть какие-то плотские атаки, тогда попроси у Бога. Он обещал помочь. И будь достоин Его. Просто будь достоин Его. Исполняйся духовной силой. Делай маленькие простые вещи. И будьте примером, моделью. Ты показываешь одежду, которую на тебя одевают. Сегодня модели выходят практически без одежды, и это то, что нравится людям. Но не для нас такой пример. Мы модели Машиаха. И мы нужно поступать так, как поступал он. В 10 стихе написано, чтобы у нас были плоды, чтобы у нас были базисные вещи, чтобы мы знали Бога, так написано. Принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Титхаску! Укрепитесь силой Его славы. Дайте мне несколько примеров, как можно укрепиться в силе Его славы. Эх, ма? Нахон. Ты заходишь в свою комнату и молишься Богу. Пытаться изучать Божье Слово, не просто читать его, но пытаться понять. И прославлять его, поклоняться ему. Еще что? Когда ты ради Бога служишь другим людям. Яфе, от. Ма. Ну. За все благодарить. Маод. Все вы знаете. Только что нужно делать?
то, что вы сказали, вот все это нужно делать. И в 12-13 стихе написано: благодарить Бога, который призвал нас из от тьмы во свет. Мы в свете. Давайте мы повлияем на этот мир, чтобы и мир был во свете. Когда Шауль пишет Колоссянам, он имеет в виду что-то другое, конечно. Он это пишет Колоссянам, которые были язычники, так он говорит им, что вы от тьмы перешли в свет Израиля. Но, к сожалению моему, сегодня и Израиль тоже находится во тьме. В июне будет 12 гей-парадов. Просто по 12 коленам Израиля. Буша! Стыд и срам. Но Бог призывает нас быть светом. И как на Хануку поют, что мы зажигаем маленькую свечку, и она становится огромным пламенем. Это для нас. Арабы зажигают там маленький огонь на границе с Азой. И потом мы зазвоним все самолеты из Европы. А потом нам мы вынуждены просить помощи у окружающих стран, чтобы потушить этот пожар. Бог просит у нас. Я смотрю на эту просьбу как на заповедь. Молитесь. Будьте свидетелями. Стойте в Его стандарте. Зажигайте духовный огонь. Чтобы спасение пришло в Израиль. Чтобы понимание небес. И не важно, что ты думаешь про себя. Маленький ты или большой. С Богом все возможно. Я хочу на сегодня завершить эту проповедь.